Я уже зашел, думал, с ЛК пойдем, а тут это ультасход. Я бы тоже за ЦЛК, если честно. Уже думал там ВК писать, беседки делать. Заходите на ЦЛК, Алекс собирает рейд. Было бы написано, льда не зашел бы, да? Ну, скорее всего, нет. Я думал, вы уже там собрались или разошлись, я бы целка с пугами пошел бы. У льда очень легкий есть. Да, он-то легкий, но он пока соберется. Те, кто в него не хотят плюсовать, мы бы. Блин, меня не слышно было, да? А, ладно. Там это, садитесь в машину, что ли, там, звезду сядьте, пособирайте. Халчеданы, трейдов. Ты знаешь, что делать? Да. Ты сел уже туда. На пассажира. Там со мной. Ты не сел на. Ты не сел, молодец. Кто-то запустил босса. Трейдов, ты не сел. На другое место сесть. Было. Кто запустил-то? Кто-то в двери стрелял просто. Так, наверное, ГП ему давайте, да или нет? ГП давайте ему. Преднамеренный срыв рейда. Трейдов, будешь убегать. А, ладно, давай тебе кикну, так и быть, ты убегаешь. Сейчас, подожди. Кипец, он еще и в льду прессует прям в чате. Я думал, тут так только те, кому пати так дали, втихаря и все. Трейд-офф, ты тут вылези с машины, чтобы босс быстрее убил всех. А он, и мы нашли новый трай. Он все равно трейд, сейчас будут машины. Ты тут... Отлично, вылез, все. Бой опять закончен. Надо так общаться с вами, наверное. Поднимите павших людей. Два человека, пятая пати. Да, вот так правильно, трейдов. Дух предков. Классно. Все, ничего не делай, просто постой в одной точке и все. Там будет сами за тебя. Убитесь разрушители, там что-то придумаем. Справа еще три разрушителя. Поставьте шкаф, суманите двух людей. Олег, что? Бля, КД показывала. И что дальше? Так смысл принимать? Там поди забагаться какая-нибудь хуйня, да? Нет, не забагается, принимай. Так. Будялин, пошли со мной. Да он со мной сидит уже. Уже нет. Единственный человек, которому я могу доверять на этом боссе. Пошли. От нас зависит, убьем мы босса или нет. Выделен. Вон, сиди звездочку. Блин, я забыл, как перепрыгивать? Не знаю, там что-то надо сделать, не помню. Ладно, погнали так, без тебя. Ай, вперед. Че, кому куда прыгать-то? Куда хочешь. Не стреляй в ворота. Зритель какой-то, сядьте на разрушитель. Вон, сядьте, вот звезду еще кто-то. Уйди, я в то, вы тут. Сейчас я. А у меня один разрушитель освободил, можете прыгнуть. И че там я сижу бессмысленно? Да не знаю, поделай что-то, один, два, три. И просто посиди по АФК, что на сбивание кастов надо хотя бы две.
Ну, погнали, давайте, заходите за линию. 1, 2, 3, погнали. Я еще раз дам для вас. Есть полметра, заезжай. Там толчина нам бесит, да? Блять. Сука. Еще и рост, блядь. Быстрее покажи. Эй! Это все ради Аписа, он релогался, мы решили багнуть. Заново зайти. Ну ладно, без роста. Что-то Удялин сел куда-то. Сейчас сяду. Так, молодец. Погнали. Давайте дубль номер. А зачем 2. Ты сел, огур вот этот, блять? Слезь, иди в машину в нормальную. Вот, вот так, так надо, начать его погнали. Так надо. Так, запустили. У нас получилось. Я забавился. Блин, не знаю, что тогда делать, блин, тебе. Попробуй разбагаться. Если ты разбагаешься, то ты не будешь багнутым. Ну, попробуй. Так, босс идет на меня. Скорее всего, мне надо колчедан отъезжать. Да, в пушке там собираю. Там в уголке подъедь, что ты взял. Колчедан. Блин, не знаю. Ну ладно, давай увидим, подъеду сейчас. Оп, подъехал. Слишком много дебафов на боссе. У нас 4. Вы переигрываете по тактике, ребята. О, 3 уже лучше. Уже лучше 3. О, 2. 2 уже отлично. 4 опять, не пойдет. Хуйня какая-то. Давайте заново. Я нажимаю двойку, потому что она наносит 250 тысяч урона. А бросок волана 330 тысяч. Странно, правда? Ладно. Никакой логики. О, сейчас мы проедем, обманем. Хопа. Опа. Повернулся. Опа. Ой, 400 тысяч мне нанес урона. О, это было опасно. И без поломок сделали. Просто топ-рейд. Давайте идем дальше. Осколок снова, блин. Кто там с первой по очереди? Ладно, себе заберу. Пеппер, заходи на ролл просто, как бы, мне тоже нужно. Ну так запишись на очередь. Там очередь есть. Где в группе, да? Ну конечно. Друида, осколок этот. Да, да пойдет. Олег, дай перчатки. Боссу. Сейчас, так, это шлем. БЭшный, надеюсь, никто не заметит, что его себе забрал. Пеппер, заходи на пало, будешь собирать осколки, кто там, Ваня, Варенька, тебе осталось немного. Твоя КД. КД на льду? Как ты его, блядь, словил? В смысле, как? Мы же были как-то. С хеликой, что ли? Так уже сбросилась КД. В смысле, так? А что, мы на этом КД еще не ходили? Нет. Ой, не хелика, как его зовут? Можешь это, не, можешь просто в два окна пособирать. Наверное. Там Пеппер заходит, хочет. Калиси, да, точно. Вот я загнал. Вообще не понимаю, зачем Холю Престол Баланер. Я понимаю, там шаман хапал. Там, конечно, имеет смысл собирать и престолы, и друиды. Он зайдет, если молитва. Ладно, погнали на Острокрылую. Мы уже делали обжарить говнюков каких-то. Давайте просто думаем. Просто подожди стрелочки. Да, спекнусь. А, ладно, три хила пойдет. Хаба в Элема, так как ты... Лучше хилишь, поэтому будь в Элеме. Белин в ретрике давай. Раздайте всем кулаки по рейду. Кастерам кулаки, миликам кресты.
Рыба. Рыбу не кушайте. Клацайте очень много раз на рыбу, чтобы другим не досталось. Она исчезнет быстро. Вот сейчас я продемонстрирую это, смотрите. Оп, исчезла. Видели? Классика. Ты не лопнешь, деточка. Сколько рыбы сожрать? Так, хаба не присумонился. Странно. Нельзя применить к этой цели. Не повезло, значит. Ладно, я запустил. Так, Вань, заходи на осколки. Да ладно, не лень. Ну, зайдешь завтра, да. Завтра еще раз был. Пусть пеппер заходит, Саша, если хочет. У него КД на пеппере, он написал. Да. Чему не были на этом КД ссылка? Ты ж были. Нет, не на этом. В среду мы были. В среду было. Когда снова сделали быстрого чего, ну, да? Ну там когда было. Ну ладно. Это в среду вроде, да? А, ну второй раз зайду туда. Мы что-то делаем, что просто убиваем. Да, убиваем просто. Либо найти людей нам. Один процент не набили. Что блики? Да Геру просто этот. Ну, утюга отдали. Это не вроде только что опять давали Геру. А это другая Гера была. Не-да. Может, толчат обрали? Что на робота убьем, они думают, там подойдут разбираться какие-то, да. Какие-то нормальные. Да, тогда даже хуже было.
Это еще не точно пока. Ладно, лучше, чем вчерашняя целка. Здорово всем. Здорово, заходи в Ульду. Че вчера целка была? Пипец. Не узнал, да, Пеппера, не узнал. Ты говоришь, блядь, трусы бейте, они кружок и ромбик добивают. Теперь же типичное явление. Нормально. Нас надо наоборот удивляться, если все нормально делаю. Ты понимаешь уже, какая стадия? Быстрее, она скоро снова взлетит. Ну все, так больше не буду делать. Как? Дайте рост. Рост. А на утюга оставь. Зачем? Ой, на утюга, на робот. Что так я робот? Следующий босс. Правда. Пожалуйста, не несу понят. Да, со сколько? Так, это... что там? Ролем, короче. Вот это ролем. Там поешка есть еще. О, спасибо. Хорошо, что она была. Это совсем бесполезная боешка, даже хуже, чем стелка Амони. Так, блядь, можно и продать ту хуй? Это... куда мы, на робота или на этого кузнеца? Юмного красного. На кузнеца, блин. Ну, за три дня было. Слишком далеко. Full Metal сейчас мог бы кастовать буду. Давай им стан точечный прямо как раз. И белим тоже. Во! Давайте ассиста дам, ты будешь метки кидать на мобов. Когда там без разницы, везде одинаково, что надо получить камни, камни. Вот мы можем на босса прошли. Кресты и сушения. Хорошо. Давайте кресты и сушения. Thank you.
Ну давай, погуляй тогда уже, все готовы, мне кажется. Ну, если она так точно. Если Ваня нам бусит, то Войд может этот половить трэш и расколователь сделаю. Ладно, тогда Войд на бусе. Тогда Ваня может половить и расколователь сделаю. Ну ладно, Слава, забирай. Я их поколю так, что фух. Давайте новую тактику разработаем. Звезде давайте корни. А, звезды нет уже. Попробуй завихревать моба. Ну, чтобы он не бил тебя. Теперь кидай корни на него. Корни работают на него. Все, 24 секунды. Иди отдыхай, типа в кашечку на лето. Надо еще один вышел. Ромбику дайте точечный стан. Огненная струя, приходите, чтение заклинаний. Написали большими буквами на экране. Интересно. Наверное, все-таки я продолжу дамажить. А, это уже каст прошел. Жаль. Опять это струя. Что это такое, да? Я тут в животе у него. Я не достаю до сектора газа. Классно. Растопить печку, отлично. Топовый. Круг, топовый огненный круг. Боешка это, бойте все. Боешка? Ну. Так это не такая литва, топор это. Так легче. Ну это рольте. Давайте, ну палитру выиграл. Ааа, фум, я тоже поздно пролил. Кольцо вообще-то шедем сюда. Я не увидел, извини. В следующий раз тогда сролишь. Давай посмотрим на твой ролл. Шейдинг, где ты там? 85. В натуре ты больше кинул ролл Капарсиэля. Ну, Капарсиэль, если ты не зачарил кольцо, передай, пожалуйста. Шейдинг. Зачарил. Сокет там не вставил случайно. Как жарил тапки, да? Энджи Крон, Петр Аделок 6.3. Так, что будем здесь делать? Быстрая разборка или что там у нас? Давайте по фасту. Хорошо, тогда давай просто убьем. Не запускай, пожалуйста, босса, и надо сумму на человека. Толик, возьмите. Может, он даст 500к лишних. Хлама будет, да, такую же сделать. Все, давайте, пуляйте, а там хоть камни с неба. Сердце только не сливайте до пол хп. Чё? Ну нам зачем хардмод? А, сердце, послышал свет.
сердцем не сливайте, только до полка. В идеале, да вот там и стой. Ну куда ты? Куда ты убегаешь? Зачем ты теряешь свой ДПС? Оно тебе надо. Он не кидает лужи без хэма. А знаешь почему? Я знаю. Не бейте, сапсихай. Не бейте, не бейте. Лучше не бейте, а то запустите бобо режим. Будет бобовым. Танк есть? Танк, трэш. Играйте трэш. Убьете сердце, вам босс бобо по попке сделает. Так, Индряга, если ты слышишь меня, то подними 100 грамм. Индряга слышит меня, отлично. 100 грамм, вставай. Вот, надо не забыть кикнуть Ягера. Выходит в Индию. О, Калк зашел, отлично. Смотри, сейчас его нас притянет. Хоба! Прилетят, могу, слышишь? А чё будет, если он не отведёт? Мне надо щит кидает на 95% урона. Танка почему-то не притянула. Надо сбегаться, да, в крестик? Сбегаться, да. Сбегаться. Ваня, ты тут? Ваня вылетела. По-моему, вылетел. Что делать тогда? Надо, чтобы кто-то другой потанчил, мне кажется. У нас нету танков, остался один Мишка. Надеемся на удачу. Трэш как-то сольют. Может, сердце больше не трэш будет. Звездочку надо убить. Сердце не надо бить уже. Звезду. Сердце не бить, гильда, ля-ля-о. Босс восстановился. Босса. 500 тысяч босса. Сейчас, сколько он восстанавливает хп? 1%, по-моему, каждый там бот. Так, это Full Metal, это тебе надо вещь, она бисовая на любой спик, на паладина. Тебе надо Full Metal? Как хочешь. Кинжала топ бис транс на кого-то. Отлично, трейдов, молодец, вырулил. Ваня, не расстраивайся. Заходи играть. Белин, спекнись пока в танк. Поставьте там шкаф и пробафуйте заново рейд. Спасибо за МК. Буду критовать хилом чаще. Сейчас колка суманем. Так, ну давай это твой, так чтобы сагрить звезду. Праведные плечи были. Праведные.
Ваня подтвердил готовность, судя по всему. Но почему он офнулся? Интересно. Как такое возможно? Чем это объяснить, да? Третий, вот он и пришел. Надо было, знаешь, вернуться по оригинальной там хваткой притянуть моба. Так, ну давайте попробуем согреть одного моба. Сейчас поставлю метку. Вот. Агри звездочку. А, вы уже согрели. Жаль. Давайте определимся, что будем дальше делать на совете. Хардмод, чтобы я забрал себе эту квест итем. Как вы считаете? В ноги. Встаньте в ноги. Давайте молгейм сделаем. Слишком далеко. Не могу использовать эту способность. Блин, тебе придется в танка. Может, я за осколками зайду, я там следующий после вареньки и пеппера. Ладно, зачем оно тебе надо? Я вам уже оставляю. У тебя уже есть. Зачем тебе вешать КД? Будет еще куча ульдуаров на этом КД. Столько боссов уже прошли, столько мог осколков собрать. Ладно, как хочешь. Не все равно. Рыба. Давай быстрее это делай. Ну давай это вот так убьем, в том числе. Я говорю привет тебе. Привет. Олег, давайте сумуньте. Да, давай. Давайте будем сначала убивать Седера, звезда. Потом Трисию, кружок. И Филипец, последний квадрат. Так ты же хардмод хотел. Так ты попробуй убить, ебать, это есть хардмод. Да, это не знаю. Нет, ну на диск надо это сталевым последним. Кал, давай ретрика. Сбивайте только косты звездочки. Под звездочку вы убиваете, сбивайте косты. Звездочку танчит пол литра. Жук танчит белин. Квадрат танчит войд лист. Чек на пул. Сначала убиваем звезду, потом квадрат. А чё, не кружок, что ж? Так ты, ты же не делал, чтобы мы последним убили Малгейма. Ну, ты говоришь вторым квадрат. Квадрат-то последним дано. Да, я перепутал. Давай вторым кружок, бьем последний квадрат. Запустили. Давайте. Сбейте косты, будьте людьми. Или орками, если не собьете. Блин, диспельс фишку эту, венерический удар называется. Венерический? Да, венерический удар. Ух ты, кружок появился какой-то синий. Надо зайти посмотреть, что будет. Плюс 50. Блять, а куда ты повел-то? Не водится, он рандомно бегает. Господи, неужели мы все косты собьем на этом боссе, получим очки? Неужели?
раз посмотрим. Оставать будет, смотрите, хопа, цепная молния. Рунический щит на молдееме можно своровать. Листы, давайте гимноману ТТМ, я поставил на домана мне. Давайте в кружок играемся. Только, кажется, сейчас будет зеленая лужа, вы там дистанцию набирайте на всякий случай, а ты, блин, прожимай саку, если она появится. Мало ли что. Сейчас посмотрим, что будет. Так, сейчас будет зеленая лужа. Повезло. Видите, как повезло. Давайте в синюю лужу заходим. Скоро еще одна будет зеленая лужа, она, наверное, жопа будет, так как мы в одной точке стоим сейчас. Ну ничего, посмотрим, что будет. Давайте. Наберите все дистанцию друг от друга. Потому что сейчас босс призовет портальщики, с этих порталов будет вылазить трэш. И на этот портал мы направляем свои ауешные скиллы. Поняли? Сейчас вы увидите. Просто мобы сидят, нужно умереть, не хочет. Они баганы, они не бьют. Уже не бьют? Вон, видите портал? Вот не убивайте, посмотрите, будет урон. Ну, давай посмотрим. Отбежали от рун. А, видишь... Поломали что ли? Фу. Повезло вам. Ну, бывает, наверное. Драпедра не соблюдает тактику. Стоит в зеленой луже, получает урон. Да. Ты чего сделали? Вот это фортануло. Древний шлем со Скандинавии. Облачение. Нахуй ты ткань ролишь, блядь. Бля, сейчас тебе придется мод давать, ты очень неуважительно относишься к людям, Марка. То я? Ну да, блядь, ёбаный урод, хули, я ж тебе обращаюсь, ёпта. Зачем ты так общаешься с людьми? Блядь, нахуй он роет тряпки, блядь. Нахуй ты бомбишь из-за тряпки в Ульдуаре. Так. Да. Ты кольцо ему отдал, кстати? О, блин, ну... Чё, буду с хотела бегать? Ну ладно, тогда поменяйтесь. Так, никому не надо. Давайте, повороте, ты пришел? Там проблема с интернетом выбросил, да. Ну это бывает. Шкаф нужен. Без шкафа трудно смотреть. Шкаф, пожалуйста. Повороте, ты тут? Да-да. А, я тоже. Ну, это хорошо. Что, шкаф давай? Ну? Шкаф давай? Подумай. Ну, да, да, я не против. Давай. Олег, что с тобой случилось? Нет, ничего. Все нормально. Так. Давайте попробуем сделать бессмертей.
Все, что нам нужно, сначала слить правую руку, потом левую, и так поочередно. Ваня, давай ты первый начнешь танчить, вот вторым, Белин третьим, Белин каплю на Войда кинешь. Давайте чекнем. В одному стаку танчить. Сейчас, две секунды. Хорошо. Доброго пути. Там все готовы? Ну да. А ты готов? Ага. Ну, я начинаю. Давайте в эту в правую руку звезда. Все, Вань, это вот забирай. Быстрее в правую руку. Капельку на Войда давай. Все, Белин, теперь ты давай. Значит, давайте все в левую руку играем. Белин, можешь не забирать у Белина, если получится стак, там ничего страшного не будет. Только после того, как прокнет способила, заберете, если что. Давайте в левую. Все, давайте босса быстрее. Ваня, ты незыблемость не отдавал? Еще не. Отлично. У нас шанс повышается. Так, Кал, кинешь на Войда, как скажу, капельку. Давайте в правую руку играем. Рано забрал, ну ладно. Давайте быстрее в правую руку. В правую руку быстрее играйте. Войд, забирай босса. Сейчас забирай. Вот, забирай и каплю на... Ух ты, повезло нам. Давай, блин, забирай босса и давай сакру. Давайте все в левую руку играем. Ничего, не забирайте у Белина босса. Пускай дотанчит до этой обилы. Все, Ваня, забирай. Без смерти сделан. Обезоружен. Обезоружен, да, господи. Латы. Калку, наверное, отдам. Ткань с меткостью. Повороте, наверное, отдам. Да, да. Ладно, сектор газа, наверное, хочет. Что дальше делаем? Давайте просто зарганем. Не могу найти сектор газа. Жену пати. Третья. Вот, наверное, фулл металла надо, да? С большим количеством хп имейте. С большим количеством хп имейте. Что, давайте тут бессмертие попробуем сделать. Заодно быстро убьем. Войд будет защитник. А, ну тут он 4 танка. А, смотри, Войд и Билин сначала потанчите мобов, мы их сольем, потом просто Войд будет танчить защитника. Давайте порестайте, никого не бейте, пока не пуляйте. Отойдите от босса. Так, что там забило, раскрыт, интересно. Заходи, Вересник, заходи. Я хотел Вересник. Прямо на повороте, будьте добры поставить шкаф. Так, давайте фулбаф. Мне GPS-навигатор показывает, что все здесь уже. Думаю, Войда. Ой, ты где? Слушаю, блядь, разговоры этих дураков. Каких? Наших? Да не. Наш ВРК, да? Молодец. Сейчас они скраблять любивой. Тихо. Может, мне подадешься, Олег? Тут сколько хилов?
Ну да, ты ж и был в ДД, я всегда тебя брал как ДД на шамане. Думал, ты дамажишь уже. Давайте подождем, пока босс сюда придет. Близко босс. Давай, смотрите, вот здесь, вот где звезда стоит, здесь и будем бить босса. Надеюсь, тот толстяк, похоже, на 3 сегодня сагрится на нас. 100 грамм ТВРК. Оставь исступление, позбивай каст, босс. Он будет фирить, ты снимаешь фир и сбиваешь каст. Сначала убиваем весь трэш, который рядом с боссом ходит. Потом в босса играем, стоим все под боссом. Ловим это конусное АУЕ, которое кидает на нас босс. Делим дамаг между собой, кто не умирает. Будет как топ-медведь этого популярного сервера, забирает на себя защитника, мы его убиваем. Где же моба? А он идет уже. Так. Сустатинка ходит с нами в Ульдуар вообще? Ходил раньше, не? Пару раз вроде ходил. Если хотите бессмертие, Олег, слышишь, надо от фиолетового луча всему рейду убегать. Сначала в одной точке стоять, потом убегать далеко. Метров на 15 минимум, 20. Мы попробуем попрактиковать это. Давайте играем в мобов. Если они, конечно, меня сейчас не убьют. Ох, не повезло, Энджи Крон, какой же ты невнимательный. Сразу ауешишь мобов. Ай-яй-яй. По попке тебе надавать, наверное, надо, да? Нехороший. Давайте бьем так, босса. Забыла вон ачивку сделать, безумная кошачница. Мне жалко вашего времени. Дар часового прерывания. Морду. Давайте под морду, трейдов под морду. Давайте все под морду, чтобы конус на АУЕ под названием ультразвуковой визг делился поровну на весь рейд. Видите? Вот луч. Луч. Дикий защитник. Но с нами Войд, и нам нечего опасаться, так как этот защитник всегда будет на нем. Никого не убьет. Его надо слить. Давайте быстрее так. Сейчас мы его убьем, появится возле него лужа. С лужи надо выйти. Видите, это лужа. Наносит урон. Не повезло. Босс дыхнул сразу, и все отбежали не туда, куда надо. Спасибо за быстрый рез, но я бы сам встал, ладно. Надо прервать каст, сбежаться под босса, ультразвуковой визг опять идет. У меня тут пал смертью храбрых. Не прожал божественную защиту еще только с себя. Ну, жматься, блядь. Вы же все так делаете, да? Ну, по-любому все делаете. Знаю я вас. Все тактики знаете. Конскюрит по-любому эту дубовую кожу прожимал на визге. Видите, почти сделали ачиву. Ничего страшного. Это сколок по гутерболу. Мог быть мой. Так. Арбалет. Нет, это не арбалет, это лук. Лук. Кому-то надо. Красивым названием плач сирены. Бодра Педро. Наверное, тебе надо. Уже. Так, латные наплечники.
Пишите танк. Танк, да. Вот это кому-то надо? Вот, тебе, наверное, надо. Избавим заходить в эти снежные кома, там много кожи валяется. Почему никто не заходит? Странно. Все хотят пораньше спать, наверное, да? Так, какой же чего сделать дальше? Так, что у нас есть? Похолодание, да? Можно похолодание. Отойду на минуту. Давай. Фулметал, тебя резали. Фулметал, ай-яй-яй-яй-яй, таким бы ты отходил, а тебя резали. Нехороший. Так. Будь мужиком, надо, чтобы туалет бегал к тебе. Нахрен вы сугробы лезете? Согласен. Неадекваты какие-то. Так, на чем мы остановились? На очаге похолодания, да? Все, наверное, в РК, да? Ну да. В РК 23, в Рэдди тоже 23. Сомнений нет. Смеете, что ли? Может кто-то линкануть этого чилу и сказать, что мы ее делаем? Надо двигаться, прыгать. Золотисто можно взять кудесницу. Максимус, к сожалению, уофнулся. У меня кончилась рыба. Слева рыба. Так, Апис, ну ты можешь сову спекнуть. Быстрее убьем. Ой, висит. Меньше шансов, что провалим. Начал он будет в кота, блин, вряд ли. Да, вряд ли тогда. Дайте фул баф. Бой висит. Уйди в инвиз. Да нет, вроде бы. А какой лог по сугробу? Бам бегал. Гутербол или Энджикрон? Гутербол, блядь. Ну, гутербол, мне кажется, не лог. Не, ну ладно. Давайте убьем с боем. Попробуем убить с боем. Дайте бафы, просят. Каску, бреста. МП5 по шаманам киньте. Давай этот я поставлю просто и все. Прихватили, да. Докинули уже. Каску помогу, по всем каскам раздайте. Следи, как звезда бегает, так надо бегать время боя, чтобы дебафа не было. Один каст сделали, потом бой. Все, погнали, короче. Дам
дам рост под ваши суперские бафы, чтобы вы сорвали игру и умерли. Смотрим. Не забывайте разбивать дружественные НПЦ после заморозки. Можно, кстати, просто прыгать, чтобы убивать каст. Сбивать дебафс, точнее. Интересно. Как повороте бегай. Конскюрит, если слышишь меня, поднимай. Все, забежали в этот снежный ком. Ай-яй-яй, Энджи Кром, зачем ты здесь, Фрейди? Слакаешь постоянно. Разбивайте все глыбы с игроками. Двигайтесь постоянно. У нас еще есть шанс убить. Квадропедра. Квадропедра. Два стака у тебя. Прыгни еще раз. Ждите, пока упадет глыба на пол, потом забегайте в кружочек. Вон, забежать надо теперь опять. Джекрон опять. Опять не забежал. А ты хоть в РК? Подай голос, чтоб я не разозлился. Чё, меня не слышишь? Не кикнул тебя. Не, не слышу. Это ты был? У тебя слишком противный голос, кстати. Мне не нравится. Блин, бывает, но я играл. Сейчас добьем босса, и я тебе кикну свое. Так, забегайте опять. Аписа продиспельте. Гидаля продиспельте. Два стака, ну все провалили, не продиспелили. Он сам может диспелиться. Ну да, его косяк. Ну почти. Все, блин, тогда придется этому. А, без демона пойдем таки быть. Так, трейдов тебе надо. Пока, Энджи Крон, датчики. Все-таки не зря про тебя дерьмо говорят. Ну, ничего страшного бывает. Сука. Не плачь только. Так, заблокировал аккаунт по IP. До свидания. О, Джерем, заходишь в льду? Там осталось пару боссов. Давай, блин, в танке. А, у нас по повороте есть демон. Я уже на триме. Вот это. Олег, дай лутера. Сейчас, подожди. Спасибо. Пожалуйста. Так. А что тебе надо? Да ничего. Я думал, ты ушел. Так, защитник вроде. Так, ну что, может, хардмод сделаем? В прошлый раз мы его не сделали. В прошлый раз мы что сделали-то? Бейте всегда моба с больше. Ничего не сделали. Кому нужна кровожадность сделали? Там никому не надо. Почти. Пеппер, что ты думаешь, что лучше сделать? Сам я вообще правильно сходить зергануть под ростом, а потом идти уже на этого босса. Как раз рост откатится. Сейчас говорю, лучше сходить Фрейю, убить с ростом, а потом прийти на этого босса, как раз откатится рост.
Ну пошли на Фрей. Идем на Фрей тогда. А на Фрей что я могу делать? Можно три дерева одновременно убить? Клевая ачивка. Да, она клевая, но кто сможет сейчас это поразбирать пати все? Ты сможешь это сделать? Мне просто желания особо нет. Хочется просто завернуть это все и забыть. Сможешь это сделать? Че, да? Смогу. Ну давай, я тебя ассист есть. Просто по команде чубить. Если что, в хиле. Так, ребята, смотрите, первая и вторая пати, далее третья, четвертая и пятая, и шестая. Смотрите, так, сейчас поставлю метку. Вот звезда этого босса мы будем агрить последним, потому что он, короче, дебаф вешает и танка очень сильно прошибает. Сейчас наша задача на этаже трэш зачистить. Вот пойдемте туда, сейчас метку поставлю, тех мобов убьем. Только больше не трогайте. Вот его плеточника вытяните оттуда хваткой туда. И бейте плеточника точечно. Смотрите, сейчас на этаже весь трэш зачищаем. Я объясняю, кто в какой пати, еще раз более подробно. Агрим деревья. Заливаем весь ненужный, короче, суммон, который он там призывает. Бля, чуть не сдох. Все, потихоньку их сводим, короче, и убиваем. Там в течение скольки надо их убить? 10, по-моему, секунд. Сейчас посмотрю. Да, короче, 10-15 секунд у нас есть. Сейчас пойдемте туда, вон, к пол-литра. Трэш там еще зачистим. Так, прочитал. Так нормально слышно? Браво, все ходи дела. Да. Да, мы быстро сейчас убьем это. Да, дровосека, быстро сейчас убьем. Ачивку сделаем. Смысл какой? Сейчас трэш на этаже весь ненужный убиваем. Доводим каждого босса до 5%, до 6% и заливаем массой. Пойдемте сюда за мной. Этот трэш еще тоже заливайте. Сколько танков? Да, три танка, три босса. Вот из грызы уйдите, не стойте там кучно, очень сильно прошибает. Вот там еще трэш по деревам, очень аккуратно согрейте, стража вытяните хваткой. Сейчас он отойдет, пока победите, не уйдите. Вот все. Стража бетит точечно. Напоминаю, массу тут не используйте, особенно другими, а то звездопадом сагрите дерево. Чивку проводите. Этих клеточников массы заливайте. Сейчас просто сагрите. Не бейте, подождите. Сейчас они подойдут поближе к нам и дольем их. Не бейте их. Они сейчас сами к вам придут. Пойдемте за мной пока. На других боссов. За кружочком. Дайте пока точечно на бафы каску, там крест и креста. Не бейте массами, бейте лучше точечно. А вот заливайте шапошки точечно, они нормально заливаются, четко. Опять точно так же по кружочку сыграли точечно. Выведи его от клеточника. Кто бы 5 бафает? Подальше прям разведите их, они апают друг друга. Все, этих массы шапашки заливайте. Друиды грызну. Спереди босс, не сагрите ее. Если что, побежим обратно к выходу. Как их приходили сюда? Помогите сзади, два клеточника. Подождите, бегу, народ. Друиды баф и маги.
пожалуйста. Все, на ходу прям побафайтесь, короче, учитесь. Быстро играть. А побежали за кружочком. На маунту садитесь и погнали. Сектор бафни, пожалуйста, на ту. Да. Я где хилю? Сейчас я здесь мухи. Сейчас трэш зальем, я поставлю пати и будем начинать. Там что-то каут дохлый валяется, сейчас я смотрю, подожди. Андрикс там боссом сагрит вроде. Блин, ровно 1000 персонажей гильдии, кстати, опять. Что же вы умираете-то, не дохнете? Все, ребята, смотрите, объясняю вкратце. Вот древень, светлый лист, это мини-босс. У каждого мини-босса есть свои способности. Кто-то кидает луч, кто-то на танке дебаф очень сильно стакает, кто-то корни вешает. Смотрите, вы двигаетесь небольшими группами по 5-7 человек. Там один хил, один танк. Кушайте рыбку, пока я рассказываю. Один хил и один танк, ну и парочка ДДшек. Смотрите, смысл в чем ачивки. По всей комнате треугольником расположены три мини-босса. Наша задача их довести до 5-8%, свести в одну кучу и массой просто залить. Поэтому логичнее всего по 5-7 человек оставить у каждого мини-босса и потихоньку, короче, идти и сливать их. Ничего сложного нету. Так, сейчас посмотрю по паки. Смотрите, первая и вторая паки танчит пол-литра, хилит, я так понимаю, Анрикс. Вторая, третья и четвертая пати танчит Беллин, хилит. Кто там хилит? С третьей, четвертой есть хилы? Апис, окей. Могу похилить. Кутербол могу похилить. О, давай, спекнись, похилит на этом боссе. Вот так, значит, танчит Беллин, третья, четвертая пати хилит Гутербол, пятая пати танчит Войд, хилит. Кто хилит? Трейдер. Трейдер. Все, отлично. Больше, в принципе, хилов не надо. Там кто профит, на шипешки, паладины. Смотрите по фреймам. Можете замедление там снимать, фридами кидать, корни разбивать, это обязательно. Чекну на готовность. Так, а я где хилю? Бафни, где шамана, НП5. Возле кого я хилю? Древень, светлый лист? Смотрите, пойдемте. Первая, вторая пати, побежали за мной туда. Мне по лени быть или в саму спекнуть? Это ты кто спрашивает? Апис. Савельич. Осторожно, босс. Да, иди в хиле, босс с ним. Там, я думаю, залью, ничего страшного. Иди в хиле. А пати, побежали за мной пати. Я сейчас все объясню. Первая, вторая бежит за мной, за кружочком. Вы будете у самого дальнего там мини-босса. У самого дальнего. Третья, четвертая тоже сюда к выходу идите. Все, первая, вторая пати, ваш босс, квадратик. Все, вы остаетесь тут. Я только сейчас не агрите, я даю команду, все начинают агрить. ХВ, иди беги ты, третья, четвертая. Да, вот третья, четвертая группа идет сюда, к звездочке. Хаба. Здесь стоите тут. Ребят, смотрите, короче, только ваша задача, третья, четвертая группа по команде, вы этого босса не агрите, потому что он дебаф вешает очень сильно на танка. Мы, короче, его будем бить, когда две другие пати подобьют примерно процентов до 20-30. Мы сюда подойдем и начнем, короче, всем рейдом вот этого в каменную кору вот играть. Поэтому стойте просто тут. А лучше всего третья, допустим, уйдет ко мне к кружочку, а четвертая туда к коллегу и поможет босса подбить. Так, все, а пятая, шестая идет за мной за кружочком. Будет наша. Подожди, пожалуйста, до этого, до записи. Да, да, да.
Не слышно нихуя. Все привет. Пидорская РК. Все, танки начинайте, если меня слышно, все нормально. Сейчас боссов агрите, подбиваем до 20%. Светлый лист и кого там оставлял с Олегом. Каменную кору вы пока не трогаете. Все, бейте босса, просто стойте. В 20% вот в лучах не стойте. Олег там покомандует у себя. Да, тут просто хилить, дамажить что. В чах не стоит, а то они там дамажатся. Киньте словейка, хорошо. Лего там, по-моему, босс корни кидает, сбивайте тоже с людей корни. Прокалывание нового танка кидает. Сектор газа, глыбу прожми. Так, давайте кто-то с третьей, четвертой группы Олегу там помогите, все равно стоите, ничего не делаете. И вы там. Да-да. А тут это, тут Хазарак пришел, точнее его суманули, он тоже хил. Пойдем, да. Так, хильте этого, Ваня. Запалите дома, эй. Стоп. Не бейте. Квадрат не бейте. Надо начинать уже бить этого кору. Агрите. Не, пока рано, у нас еще 50%. Кору пока не трогайте. Кто там свободный есть и пара ДДшек с первого пати, идите к нам. Помогите, у нас тут еще 30% надо сидеть. Славик, веди потихоньку. Води меня кружком, я не вижу спиной, мне сложно. Беги сзади, чтобы я шел за тебя. Стало босса не сагрить на эту фрейм. Вар сагрил кору, быстрее ловит, блин. Где танк с третьей, четвертой, блин, быстрее ловит кору. Начинайте бить кору. Стоп, каст. Прибейте кору. Так, копар, короче, давай, помогай мне светлого древнего бить. Саня, Трися, тоже светлого древнего, остальные все в кору переключайтесь. Давайте путы. Всем привет. Стоп, каст. Не кастуйте. Светлый лист еще подбить. Сейчас каждого босса подбиваем до 6%. До 5 даем рост и заливаем. Сейчас на корни слить. Все, светлого лист не бейте. Помогите корни. Корни мы наследим. Все, давайте рост. Одновременно сливаем. И заливайте большого. Давайте, успеем, нет? Отлично. Да. Можно тогда уже сделать отчего с этим трэшем, да? Да, параллельно сейчас сразу ее сделаем. Давайте я чекаю на ФК и сразу погоним. Иди и танчик. Сейчас попью ману, погоди. А что будем делать? Рыбку или что? А, поставьте рыбку ману, попьем. Ну, сагрите, тоже ничего страшного не делать. Подойдите, как собрали надо. Гимн прочитаю. Ставьте рыбку, у кого есть, покушаем. Короче, смотрите, тут три вида мобов. Нужный нам вид мобов я буду отмечать меточками, вы их не трогаете. Нам надо собрать, короче, в общей сложности 6 мобов. Танки их в стороночку отведут, и мы массы зальем точно так же, как и сейчас. То есть ачивка накопительная. Босса пока можете вообще не трогать. Ну, смысла нету. Потому что босс будет сумонить трэш. Вот, и мы просто стоим и ждем нужный нам трэш. Смотрите, ребята, появится, короче, если большое дерево, я скажу, внимательно слушайте, будете вставать под грибы. Иначе на вас кинется сало, и вы моментально сдохнете, но очень большой урон, ауе. Затем, если появится много цветочков, я буду ставить меточку, трусы его, и вы будете всем рейдом точечно играть в эти трусы. Вот
там параллельно еще объясню, что я как делаю. Слушайте, главное, внимательно, все будет нормально. Все, идите, начинайте кто-то и ведите сюда босс. Каску варим, давайте перед тобой. Сейчас босса не бьем, стоим, просто ждем. А вырубку делал, что ли? Да. Ты забирал босса на себя. Ваня, пол-литра танчи босса, а Беллин и Славик остается на трэше. О, вот, как раз нам нужен трэш. Отводите в сторонку танки, забирайте. Беллин, ты танчишь трэш. В сторонку просто отведи его. И теперь вот этих вот мобов, три штучки, подбейте до 50%. Каждого. Последнего я не постою. Только бейте без дот, ребята. ШПшки пыточкой играют там. Друиды гнев кастуют. Поворотим и приведи сюда, пожалуйста. Все, стоп. Я привел, забирай. Дух воды не бейте. Локи, дайте дух воды, этот, изгнание. Зеленая такая штука. Изгоняет портал друга. Все, не бейте мобов. Бейте, все, ждем. Отведи подальше Беллины. Отсюда, подальше чуть-чуть. Все, отлично, и стоим тут. Ждем. Не бейте мобов, главное. Масса никто не бьет. Просто стоим, ждем. Дары она росли. Вот теперь под грибы, ребята, под грибы. Большое дерево заливаем. Ставлю трусы, все под грибы прячемся. Забирай дерево, Славик. Отлично. Стоим только под грибами. Только под грибами. Иначе умрем. Смотрите внимательно. Грибы растут, потом уменьшаются. Надо новые грибочки искать. Опять под грибы прячемся. Новые грибы ищем. Да, слили уже, по-моему. Дерево само давало. Не-не-не, нормально, все нормально. Три моба. Все четко, стоим, ждем. Ребята, сейчас, возможно, короче, появится очень много плеточников. Их самое главное не бить массой, иначе мы сдохнем. Я буду ставить метку, будете все в нее играть. Под грибы прячемся. И а что вы фрею дамажите? Это что, помогает как-то? Нет, смысла вообще не было, нет. ДПС. Забери духа этого. Стоять, смотреть. Смотрите, я ставлю метку, трусы, играйте по таргету квадропедры. Только точечно, без масс, это очень важно. В трусы. Будете массы играть, сдохнем моментально все сразу. Снова трусы. Пять. Так, дар слить. Как бы завтра. Всё. Это УЕ, чтоб там отъезжать, всё. Дох. Ребята, не бейте. Масло никто не бьёт. Последнего клеточника добивает, отлично. И чё, опять? Мне на хил. Что? Танк, чтобы печать на хил поменял. Хиловскую печать, чтобы трэш не бить сильно. Чтоб не сдох. О, вот. Смотрите, сейчас этих я ставлю три метки, подбиваем до 30% без дот. Каждого сводим и заливаем массой. Без дот играем, без дот, ребята. До 40% и стопаем урон. Давайте, я смотрю внимательно. Главное не тупить, ебот ачивка. Меточку подбить, все, стоп урон. Аккуратненько подбиваем. Там еще один надо, сейчас. Блин, надо их свести как-то. Подбиваем до 10% точечно без масс, каждый. Все, стоп урон, сводим, сейчас сведем их и массы зальем. Давайте сводим и все, и давайте массы заливаем. Ману дайте. Да, так, трейдов, слышишь, у тебя есть гимн на... О, этот, тотем на ману? Да, есть, прыгаю. Давай, я читаю гимн. Под грибы. И ставь тотем. Уж поставил. Дух, да, блядь, там. Помогите, дар, слить. Давайте дерево большое убьем и босса спокойно дольем. Под грибами стоим. Только под грибами. С меточкой со светлой выбегать из района, она очень сильно вешает.
Все, теперь босса вам проливаем под грибами опять. Да все, он там не отсиливается уже. Я так понимаю, еще и бессмертие сделали, правильно? Да. Кусочки. Снова ясен. Ну что дальше? Пожарника можно? Изи. Ну пошли, я похилю. Вон можно лайт режим сделать, у нас два паладина, попробую три паладина даже в мины не наступить, я объясню, что делать. Вообще элементарная тактика. Пожарника мы не делали. Мы Торима не били еще. А, кстати, точно. Тут только ДЦ надо, и так, в принципе, можно убить. Пойдемте на Торима, я забыл совсем про него. Я забыл, какой это портал надо. Оранжерея жизни, по-моему, и на... налево. И налево. Да, оранжерея жизни и налево. Меня нормально слышно или хреново? Нормально. Как будто на бутылку сел. А, не, ну это уже нормально. Это дополнительный эффект.